Новое суджение Спадара Рубцова до 2 годов позбавления воли мы разглядаем как протяг всех тех репрессий, яким он подвергался на протягу нескольких годов. Я нагадаю, что он неодноразово притягивался до административной отказности по сфальсифицированных материалах, фактично от вольных затриманий подвергался за то, что носил майку с надписом «Лукашенко сыходит». Именно это инцидент, который отбылся зим на Чернобыльском шляху, до речи, до официально дозволенном мероприятии, и стал причиной до осуждения Спадара Рубцова до обмежевания воли. И то, что отбывалось потом, уже когда он отбывал это покарание, это является так само таким огульным в контексте громадянского неподпорядкования, которое оказывал Спадар Рубцов в этой системе, мирного выключенного неподпорядкования. И когда он прибыл в Куприн отбывать покарание в спецкомендатуру, он сразу сказал, что является незаконно осужденным по политических мотивах. Вот. И тому, соответственно, все его на наступные дни, они были в этом речище. И зараз то, что он осужден на 2 года позволения воли, это является выключно выником того, что он опынулся на, значит, куплении в связку с ожыццяўленнем своего права на удзел мирных сходах, выказывая своего меркавання. Тому мы подтримываем Спадара Рубцова и потребуем его вызволения, как и вызволения всех политических изневоленных в Беларуси.